Попытка реставрировать ветровичок. От удара отломился. Сейчас попытаемся его присобачить на место. Вот эта часть отломилась. Значит, что мы делаем? Есть в магазинах, продается дихлоретан. Или по-русски написано дихлоретан, клей для оргстекла. Как пользуются? Вот. Но еще с детства, с модельного кружка, мы что делали? Брали в этот клей, он жидкий, собственно, тут дихлоретан, а вот так вот он густой, он как сметанка, еле-еле течет. Брали, делали опилки из оргстекла, вот, в нем растворяли, он там вылеживался какое-то время, вот он очень густой течет, и потом он хорошо склеивает. Вот сейчас попытаемся сложить вот эти две железки, чтобы они были в кучке, потому что покупать комплект — это дорогое удовольствие. В общем, это проба восстановить ветровичок. Последовательность действий такая. Вот здесь у меня спирт питьевой. Я обезжирил, все продул компрессором. И тут, и тут. Сейчас мы намазываем аккуратненько все кромочки, которые должны будут склеиваться. И дадим им просохнуть. Потом намазываем еще раз и приклеиваем. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот консистенция, какая у него. Он прям нитями аж подсыхает. Вот видно его даже, да? Такой насыщенный как бы растворчик. И он тут же застывает, как вот, под своим весом. Не может преодолеть, как пластик. Работали обе поверхности, наклеили. И вот такая некрасивая у нас получается конструкция. Цвет клея, это как раз мы клеили до этого фонарики задние, и они были красноватые. Вот, чтобы клей был не белесым, чуть мы его подкрасили как раз опилками с фонарика заднего, чтобы хоть чуть краснотой отдавало. Ну а сейчас что мы делаем? Мы просто-напросто даем дихлоретану подсохнуть. А потом посмотрим, что можно дальше делать. Вот такая вот получилась мешанина. Во всяком случае, склеилась. Сейчас попытаемся это привести в порядок. Чуть подшлифовать и полирнуть. Потому что так некрасиво. Вот так вот получается зачистить шкуркой. Это 180-ка. Конечно, большим зачистным кругом это делать очень неудобно, но что делать. Теперь понижаем риску, вот. Что получается, чуть полирнули, сейчас надо замыть. Конечно, щель видна, но во всяком случае особо в глаза не бросается, что нет кусочка. Вот. Что получилось. В принципе, конечно, не айс, но, как говорится, по бедности пойдет.